Итак, всем привет. Так знаете, все миры в Токабока. Там жить, вау. Да, так знаете, все миры. Ну, так же перейдем к следующему месту. Сейчас откроем. Как она внизу? Так, мы соберем этих ножей. Так, переходим сюда, с ножей. Я создала какую-нибудь девочку, только не такую, конечно. Мальчика, девушка, только у нас бы выбрать. Такой. Так. Мы не надо его убирать. Так он прическу сделаем. Нет, мы еще не досоздали его. Честно говоря, нужно такой день, как у нас уже был. Мы пишем такого. Давайте тоже выбираем вот такого. Нет, вот такого немножко лучше. Вот так. Ему бороду сделаю. Тебе поняла. Цвет будет. Серый. Все волос у него будет. Какой? Да, такой же. Такой же вот. Итак. Так, глаза. У него будет. Просто я не хочу выбрать смешные. Вот такие. Такие. Вот такие вообще. Такие. Теперь можно выбрать ему одежду. Ничего не доделала, не только. Сейчас могу сказать костюмы. Цветных. Вот это я могу сейчас смотреть. Теперь
выбираем ему очки. Их есть много. Очки я выбирать не буду. Вот такой будет у нас дедушка. Пока мы назовем Фантик. Создание Фантика. Взяли документы. Это Фантика. Открываем документы. Это делать как-то очень... Ой. Выпусти. Ваши документы еще не готовы. Я делаю ваши документы готовы. Забирайте. Спасибо. Я бы как убью. Делаем подохватную крутику. Подставим журнал. Ой, он чем журнал выдохнул. Да, тарелка ничего. Я работаю потом с крутикой.